период летних каникул в школах Краснодарского края открыты больше 1000 дневных лагерей. В программы смен входят мероприятия «Движение первых», «Орлят России», различные акции, мастер-классы, интерактивные и образовательные активности. И в нашем районе лагеря дневного пребывания очень востребованы. Подробности в следующем репортаже. Этот формат летнего отдыха интересен детям и удобен для родителей. Ребят ждет насыщенная программа. Имеющимися возможностями многие пользуются. Школьный лагерь дневного пребывания обладает своими весомыми достоинствами. Мы побывали в таком лагере в 12-й школе. Здесь отдыхают 200 школьников. Каждый день ребята охотно идут в родную школу, зная, что тут их ждут друзья и новые мероприятия. Учащимся не до скуки, каждая минута занята, время используется продуктивно. Дети и завтракают, и обедают. У нас очень много интересных мероприятий, помимо экскурсий в Северный парк, как вы сказали, да, что рядом в шаговой доступности. Еще и в этом году у нас добавились экскурсии на Утиную тропу. Новый объект такой, и дети тоже получили удовольствие. Также мы сотрудничаем и с развлекательным комплексом «Уют». Дети ходят у нас и на боулинг, и просматриваем фильмы в нашем актовом зале. Приглашаем к нам театры из Краснодара. Школьная столовая приятно радует глаз. Она просторная и светлая, с новой мебелью и отличным оборудованием. Все организовано и работает очень четко. Ребята любят свою столовую и охотно приходят сюда. Они знают, что здесь их всегда хорошо накормят. В лагере очень хорошо, очень вкусно кормят, всегда интересно. Проходят разные развлечения. Мы гуляем в Северном парке. После этого мы идем на час чтения, читаем, а потом мы идем смотреть эксперименты, либо в боулинг. Также мы кушаем в столовой, там очень вкусно. За здоровьем отдыхающей детворы постоянно наблюдает медицинский работник. Ребята приходят в медпункт не только для обязательных процедур, к примеру, взвешивания, но и в случае необходимости. Медик в лагере дневного пребывания, конечно же, обязательно нужен, потому что она ежедневно проводит осмотр детей, она проводит профилактическую, разъяснительную работу по различным видам заболевания. Дальше сестра оказывает первую медицинскую помощь, если вдруг случаются какие-то непредвиденные ситуации детям. И также она контролирует, конечно же, в начале смены рост и вес детей, и в конце смены, насколько они оздоровились, тоже мы проверяем рост и вес. Школьники дружат с физкультурой. День начинается с зарядки, после которой детвора с радостью принимается за веселые игры. Участвуют в различных интересных мероприятиях. Немаловажно и то, что они не останавливаются в своем развитии. С ними занимаются. Здесь ребята читают, посещают различные клубы по интересам, занимаются шахматами, рисуют. У нас существует кинотеатр наш в актовом зале. Они просматривают разнообразные фильмы развивающиеся. Кроме этого, мы стараемся придумать очень интересные мероприятия, которым будут действительно деткам интересны. В день проектов здесь прошли многочисленные мастер-классы, в ходе которых ребята освоили техники изготовления тех или иных поделок. Также ученикам нравятся опыты. Их демонстрация объясняет физические законы, изучаемые в школе. В лагере дневного пребывания можно отлично совместить приятное с полезным. Почитать, поиграть, пообщаться. Добрые, а нередко и незабываемые воспоминания остаются у детей. В лагере мне очень нравится, потому что тут всякие развлечения, очень интересно, познавательно и не скучно. Здесь очень здорово, мы проводим время, отдыхаем. В лагере дневного пребывания очень здорово, потому что есть много разных развлечений, как у нас будет пенная вечеринка, будет приходить театр, будет лазерное шоу. Из Краснодара очень много и других развлечений. Этот лагерь мне очень нравится.
Летняя пора в разгаре. Каждый день лагерной смены необходимо использовать для полноценного детского отдыха. Для этого есть все возможности, и они, конечно, используются. Ребята здесь набираются сил, чтобы встретить новый учебный год хорошо отдохнувшими. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».